Добрый день, дорогой друг. Меня зовут Владимир Калаев. И я поздравляю тебя с тем, что ты принял решение участвовать в нашем тренинге «Весенний прорыв». Дело в том, что весна — такое время года, когда просыпается природа, обновляется, начинает новую жизнь. И именно поэтому мы решили провести тренинг «Весенний прорыв», благодаря которому мы вместе сможем достичь новых целей, новых результатов и к лету сдать сессию на отлично и уехать отдыхать в горячие страны. И для начала у меня несколько предварительных заданий. Первое. Расскажи немного о себе. Расскажи о своем хобби, где ты учишься, чем ты увлекаешься. Расскажи о себе. Второе задание. Расскажи о том, что ты хочешь получить от этого тренинга. То есть, какие цели ты хочешь реализовать в ходе наших с тобой занятий. Третье задание. Опиши свое состояние сейчас. То есть, есть ли у тебя какие-то интересные проекты или что ты делаешь конкретно для достижения своих целей. И четвертое задание. Расскажи о том, что убивает твою мотивацию. То есть, почему ты каждый день ставишь себе цели и не можешь их достичь. Желаю тебе успехов. До встречи на нашем тренинге.